Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина. Вы смотрите новости на канале Инста-ТВ. По итогам торгов в среду курс японской валюты обрушился до минимума за 7 недель против доллара США и приблизился к многолетней минимальной отметке по отношению к фунту стерлингов и евро. Падение иены спровоцировали экономические новости из КНР и смягчение напряженности вокруг атаки на Сирию. Против фунта и евро валюта Японии потеряла 0,07% в среду. Во вторник поздно вечером американский президент Барак Обама заявил, что в случае принятия предложения российской стороны о передаче сирийских складов химического оружия под международный контроль, необходимость военной операции в Сирии отпадает. Американские граждане нисколько не поддерживают идею вторжения на территорию государства, в котором третий год идет гражданская война. При окончательном отказе Барака Обамы от интервенции курс доллара начнет неизбежно расти, в том числе и относительно иены. В среду доллар потерял около 0,1% против иены, снизившись со 100,33 до 99,98 иены. Кроме того, на уменьшение спроса на японскую валюту повлияла публикация хороших статистических данных из Китая, которые укрепили уверенность в активной тенденции восстановления второй по величине мировой экономики. Следите за последними новостями на финансовых рынках с компанией InstaForex. До свидания.